Всем привет, дорогие друзья! Я снова с вами Станислав на канале Шустрый Гум. Сегодня я делюсь с вами интересным, очень интересным салатом. Салат, который подойдет на каждый день, на любой праздник, даже когда гости на пороге. Такой салат очень вкусен, и я уверен, у вас будут все просить этот рецепт. Начинаем готовить. Поехали! Начнем приготовление салата с капустой. Нам понадобится небольшая часть капусты. Капуста должна быть твердая. Взял специальный нож для шинковки. Капусту нашинковали, отправляем сразу в миску. Нам понадобится одна морковка и нарезаем через терку по-корейски. Морковку нарезали, какая красота у нас получилась. Отправляем также в миску. Также понадобится один перчик. Разрезаем пополам, удаляем семена. Нарезаем перчик тонко. Отправляем также в миску. Изюминка и секрет этого салата в том, что я буду использовать колбасный копченый сыр. Он просто добавляет такой обалденный вкус салату. Просто вообще бомба. Нарезаем сначала вот на такие вот слайсы. Сыр нарезаем брусочками. Нам понадобится 2 зубчика чеснока. Чеснок натираю через терочку. Можно выдавить через чеснокодавку, если нет мелкой терочки. Ну, я думаю, терочка найдется у каждого в доме. Нам понадобится классический йогурт. 1 чайная ложка с горкой. Также понадобится столовая ложка майонеза. У меня домашний майонезик. Очень люблю домашнее производство. Понадобится долечка лимончика. Буквально чайная ложка лимонного сока. Чуть-чуть больше можно. Также понадобится черный перец свежемолотый по вкусу. И, конечно же, соль. И хорошенечко это все перемешиваем. Этого соуса на это количество салата, я считаю, достаточно. Если вам кажется суховат, можете добавить чуть больше йогурта или майонеза. Но я люблю, когда салат не плавает в соусе или в заправке, а именно просто дополняет салат. Осталось все перемешать. Украшаем лимончиком или веточкой зелени. Ну что, друзья, давайте попробуем. Салат шикарный. Обязательно, друзья, готовьте. Сыр, конечно, в этом салате. Просто изюминка. Реальная изюминка салата. Бомба. Ну и соус, конечно, дополнил. Ну, даже придраться не к чему. Реально очень вкусно. Готовьте. Друзья, если вам понравилось, конечно же, ставим лайк, подписываемся и, конечно же, делимся с друзьями. Не забываем подписываться на мой второй канал Шустрый Микс. Все ссылочки оставлю в описании. Всем пока.